Покажи, что Саша тут плавает. Собрали гришки. Доброе утро, страна. Отчего? Дети рвут крыжовник. Я помню, что у меня в детстве это тоже было самое нелюбимое занятие. Ну, сейчас помажешь, пойдешь. Ну, ты тоже-то осторожней, ты же береги себя. Тут ты тоже иногда лезешь, знаешь. Так, и Антоха там тоже. Ее как бы и оставить можно. Ну, оставь, если ты уж сильно не долазишь. А там тоже и Антоха сидит. Скучаешь? Одевай кепку. То уже жарко. Что, под кустом сидишь? Под кустом сидишь? Я там в тени сижу. Всем привет! Мы уже повязали. Родители поехали спать, потому что они, получается, ночью не спали, были на рынке. А я сегодня тут стирка, у меня большая стирка, стираю все подряд, потому что Гришку завтра нужно, сегодня нужно уже собрать сумку. Завтра Гришка едет в Аквалоу, повезем его рано утром. Я развесила белье, сейчас разлила компот, вот из кастрюли получается у меня 2,5 графинчика. Сегодня был компот малина и жердевка, ну, абрикос, да? Вот, а сейчас все это ставлю в холодильник охлаждаться и вечером еще сварю компот, чтобы был на завтра. Вот, и займусь обедом. На обед у нас будет суп с говядиной, прям с кусочками. Здесь вот уже сваренный вчера бульон говяжий. И буду суп с чечевицей делать. Жениха спасать, вдруг... Мы будем уже обедать. Значит, на обед у нас суп с чечевицей, с красной и с говядиной. С красной. Красоту забрали. Зачем идти, если... Гриш, тебе кристалл. Маме любимый мамин стаканчик, да? Гриша любит такой. Вам нечего наливать, потому что все я даю. Наливай нам, папуль. Компот. И мне воды. Воды? Вода вот там. Ну, вода вот здесь. Знаешь, что мне в лавашах не нравится? Что? С пакета их доставать. Надо было их достать? Просто их еще нужно обязательно ложить в пакет, а то они это... Как горячие. Какой вкусный компот. Это этот микс? Да, микс. Это мне не нравится. Просто сюда положи. Спроси у детей, они будут? Вы лаваш будете? Ну, доставайте, да. Мы сейчас с Антохой едем в детскую, да? А, в детскую, да, но где-то. Хочешь дома оставайся? Поедешь? Хорошо, поехали. Давай мне руку. Будем сейчас переходить, да? Сейчас им загорится, подожди. Зеленый, мы пойдем. Сейчас зеленый моргает. Все, тут тоже. Пошли. Пойдем, Зая. Пошли на папу посмотрим. Папу же тут опять повесили нашего. Иди ищи папу. Да, ты его нашел сразу. Вот наш папа. Девять. Начальник. Пошли. Сейчас мы идем в фикс прайс за чехлом для одежды. Связка есть. Покажи, что ты купил. Два чехла. И сачок, да? Да. Чтобы ловить бабочек из бассейна. Да. Покажи, что ты взял еще спираль, вот, да? Смотрите, это волшебный. Это... А ты где-то ее видел, да? Да, в школе у меня мы с друзьями так делали. Для того, когда мама будет бегать, да? Так, мы, в общем, вышли из фикс-прайса и купили еще Антохе. Но мы не в фикс-прайсе, а в соседнем магазине. Покажи, какую сумку. Вот такую сумку. Она им удобна, ей не надо ничего там.
Да, держать ничего не надо, да? Да, тяжело, ничего поставили. Вот там же, наверное, теперь надо перейти дорогу. Да, мы же переходили. Угу. Давай я понесу. Красивое платье. Ну, с грибами вот это вот. С грибами? Ну это, а что это? Ну я даже не знаю. Ну и просто какие-то цветы, похожие на грибы, да? Цветочки. Да. Ну здесь затянуть, а так у меня не спадет. Не, не спадет, не спадет. Сумку надо, да, просто затянуть хорошо сзади. У меня там за хвост. Сейчас поедем еще Гришке футболку купим, хорошо? А пошли, может быть, да, лучше поедем сейчас туда в карусель, да? Какой? Гришке сейчас, ну, в магазин карусель, сейчас Гришке там футболку купим. В общем, купили мы чехол Антохе. Сегодня ему ехать выступать на выпускную, аж в Динскую. Вот, чехол для одежды. И здесь этот... Купили еще Антохе в Сиэкспрессе, он захотел вот такую вот шляпу. Антоша себе выбрал шампунь вот такой яблочный. Зубная паста вот такая вот нам нравится. Сижуне щетку поменять. Еще один чехол на всякий случай. Я себе выбрала платьишко. Сейчас я вот так разложу. Вот, а наконец-то мы разобрали, что такое спираль. Ну-ка покажи. Вот это спираль из Фикспрайса. Это только надо еще как-то перелаживать. Вот, раз, и переложу на другую руку. И она вот это вот крутится. Угу. Чего он увидел такой в лагере, да? Ага. Или где? Нет, когда учебный день был. А, когда учебный просто? В общем, а так она вот такая вот интересная спиралька, да? Не, она интересная. Так, куда-то вот это вот сюда. Да? Нет. Нет. Давай покажу, подожди. Нет, ты ее ставишь. Ты ее ставишь вот так. Потом немножечко начинаешь собирать и как бы ложить. Ищешь тут посередине. Подожди, сейчас я. Спираль. Одной рукой мне неудобно. Волшебная, да. Спираль. Волшебно. Опять неправильно. Ну, а что? Вообще не крутится. Стой, круг уже неправильный. Видишь, этот зацепился. Не снимай тогда, будем еще сейчас пробовать, как ее одеть правильно. Ну да. Вот такой вот сарафанчик внизу просто. Такая вот рюша, ткань очень приятная. Знаете, как такая, как холодок. В общем, 1200 стоит. Вот сейчас такой сарафан на каждый смотрите, день. Смотрите, еще у меня сумка. Еще и сумка же, да. Вот такая у меня сумка. Вот такая синяя. Да, и Антохе еще такая сумка. Смотри, а ты вот так вот ее ставишь, вот сюда внутрь засовывай. Хорошо, руку? Нет. И все, и потом крути. Ага, я понял. Я всегда нюхаю шампунь. Сегодня аромат. Ароматный? Да, понюхай. Да, приятно. Это пахнет. И тебе, и мне. Угу. Я вот так буду делиться ароматом. Антоха тут плавает, а Гришка чистит бассейн с очком, который мы сегодня купили. Да, Антоха, короче, взбалтывает воду, поднимается со дна. Теплая вода, да? Да. Я думала, он будет глубже. Кто, бассейн? Он просто длиннее, он больше. Вот так глубина. Не очень, такая. Да? Почти. Не, ну он круче, чем в том году. А в том году у нас разве был бассейн? Да. Да, был. Нет. Был. А какой у нас был? Маленький, я помню, был. Малюсенький совсем. А мы сейчас с мамой будем морковку уже тут намыли. Сегодня она такая красивая. Прям вообще. Будем сейчас вязать.
все посчитала даже. Ты уже посчитала резиночки? Да, чтобы морковку не перекладывать, мы резиночки считаем, а не пучки. Так, все, морковку мы повязали. Сейчас я иду в эти вот стаканчики. Ну, они вот маленькие, которые самые. Иду собирать малину. Мне кажется, нужно сказать детям, чтобы они опять вышли собрать жерделку. Что я их здесь только нападала. Они такие вкусные. Так, на малину. Я вчера собрала первый рядок. Сейчас мне нужно еще два собрать. И вот этот вот. Мы ужинаем супчиком, потому что мама ничего не успела приготовить. Я думала котлетки сделать, но котлетки, наверное, уже завтра на обед будут. Салат. Ты рад? Почему ты сегодня? Не успела. Да? Покажись. Молодой человек с чехлом подписанным, да? Что у меня там много денег? Антон Багач, Таня Костюма, много денег. Точно. Вот смотрите, такой чехол и столько денег. Наверное, там 50 тысяч. Да? 80. Но это уже перебор. Тоха уже увидел автобус и орёт, мы опоздали. Все, мы идем пока сидеть на лавке, да? Ждать всех. Я уже в новом сарафане. Батут. А, это прям лавочка для влюбленных у нас, да? Что тут сердечки? Сегодня тут выпускной в школе в 11 классе. И тут куча машин, и тут машины все. Припарковаться здесь негде. Я Антошку посадила в автобус. Сейчас еду, куплю еще пару футболок Гришке посвежее. Потому что нужно сегодня собирать ему сумку. Он же завтра едет в лагерь, в Аквалоу. В летний лагерь. Поэтому сегодня собираемся. Так, маму. Мама все убрала с папой, да? Я папу подстригла. Серый, привет! Зонтиком навязали. Это огурцы собрать, тебе надо зонтик привезти. Ну да, где они у вас дома? Ну, Коленька! У нас поле. Ты не снимала, какое у нас поле? Нет. Что случилось? Обувайся в шлёпках. Коль, пошли смотреть на поле. Ты куда? Ну, к деду? Тряпочка, вытри. Что тут вода у родни? Уже зеленеет. Но это сколько, неделю? Не знаю. У нас две недели было. Держалось. Но до сих пор сейчас надо включить. Мы же сачок еще купили. Но уже надо менять, уже это не очистится. Да? Ну да. О, родни тут цветы, да? Красивые. Иду, Степ. Мы ж тебя же ждем. А что ждать? Петунья хорошая, ее не надо сажать, да? Нет, это она сама. Николай, как? Коля, пока, Коль, я пошла на танцы, пока. Пошли тетю Веру провожать. Та-та. Я на танцы, а ты выслушай. Купишь это и это. И телефон подарить. Да-да-да. Видите мою папочку? Все, мы на танцы. Не мне. Я же долго лям привет от меня. Каким долголем? Вашим. А кто у меня долголи? Ну, там у вас папа долголь и дети долголи. Да? А я кто? И ты долголи. Ну все, я пошла плясать. А, хорошо. Вот как раз. А, какая красота. Пузыри, да, наверное? И вот тут сверху. Вот сверху. Ой, и у меня вода. Танцы закончились. Ну как тебе танцы, родня, нравятся? Скажи свое мнение. Тебе тоже нравится? От лободы? Два раза хотела бросить, но думаю, я дура была, что хотела. Больше не хочешь? Нет. А мне прям тоже нравится. Пока! А там Степа. Топлес? Собрали Грише чемоданы, вернее, чемодан.
потому что нам нужно брать еще всю защиту, на карате шлем, все щитки. Вот, и рюкзак с собой, взяли еду, еще пиццу доложим. Может, огурцы еще порезать или не надо? Не надо? Ну как ты, танцор мой? Все получилось? А что такой расстроенный? А? Маша упала. А у тебя все нормально? А что ты плачешь? Все, мы уже дома. Антошка ест пиццу. Проголодался. Расстроенный, да? И ногу подвернул, и нога болит. Мы сейчас все помазали. И упал еще, да, когда делал колесо, что-то там ногу как раз неправильно поставил, да? Ну, в общем-то. Вот почему мне интересно, они что, его мыли, когда мы выступаем? Скользкий пол был? Они его что, моют? Зачем? Для танцоров не нужен мокрый пол. Угу. Мы даже такого не делали. Нам в зале сухой пол. Ну ладно, давай тоже доедай и спать, хорошо?